Полная концентрация внимания без лишних движений. У спортсменов есть считанные секунды, чтобы принять верное решение и нанести удар. На областные соревнования по фехтованию приехали юноши до 15 лет со всей области. Сергей Киржнер фехтованием занимается несколько лет. Спорту посвящает по 3 часа в день. Неоднократно принимал участие в турнирах, занимал призовые места. В этот раз соперники подобрались сильные. Вырвать победу будет нелегко. Я попытаюсь занять 3-е место. Все зависит от... Вот, как говорят, то, что 50% – это навыки и 50% – это удача. Какая команда выпадет, какой противник. Областной турнир посвящен памяти самарского спортсмена, мастера спорта России Сергея Исакова. Он трагически погиб в 2002 году, защищая свою семью от грабителей. Соревнования в его честь проходят с 2003 года. В этот раз в турнире участвуют несколько десятков спортсменов. Тренеры отмечают, интерес к фехтованию растет. У нас такой вид спорта, где развивается и координация, и ловкость. Ловкость, и быстрота, и сила, мышление. Скажем так честно, что дети идут на фехтование. Лучшие спортсмены по итогам турнира войдут в сборную команду области для участия во всероссийских соревнованиях. Лариса Шалафаст, Дмитрий Мешканцов. События.